Доброе утро! Сегодня у нас кашка на завтрак. Вот это вот с абрикосом. Обычное ясно солнышко. И добавим еще в него вишенку. Сейчас она уже готова. Завтрак готов. Чаек, кофе со сливками, кашка с вишенками. Григорий стирает со стола. Так, иди оденься. Укрывайся тогда. Это у моей сестры опять концерт. А у тебя? У меня тоже. Кажется. Да? Ну сегодня скажет Алла Алексеевна, да? У двух моей сестры младшая и средняя. Угу. А старшая кто у тебя? Сестра. Ну это ж не сестра. Это брат. Смотрим на Geo Wild. Это про кого? Рыбы-чудовища. Очень неинтересно. Очень неинтересно? Рыбы-чудовища. Да, очень неинтересно. Тебе нравится? Я сказала, очень неинтересно. А, очень неинтересно. Он должен был сказать так. Очень интересно. Кавычка. Угу. Так, садимся, берем ложечки завтракать. Я ездила в Магнит. Сейчас пойдем смотреть покупки. На самом деле их там вообще немного. Но пошлите. Так, вот покупки. Хлеб «Каравай Кубани». Антоха прям очень полюбил тоже. Ну, я уже вам говорила, что я люблю именно вот этот вот бородинский. Он уже и резанный, и вкусный, без всяких дополнительных там семечек, кинзы, например. Вот, там не сладкий, без изюма, в общем, вкусный хлеб. Сержуне он не нравится, он говорит, что он кисловат для него. Купила вот такое печенье с маком, с... Да, с шоколадом это трудно назвать, это глазурь. А дальше, что еще? Два молока. С молоком засада, прям по акции стоит. Я так уже хотела взять там простоквашино в бутылках, но смотрю, у него срок годности уже, там, знаете, почти-почти. То есть в Магните все товары, которые по акции, я реально смотрю, они там не сегодня-завтра уже испорчены будут. Вот такое вот еще печенье. Я, если честно, помню, что именно вот такое вот с крошкой, с вот такой вот песочной. Тетя Света очень любила печь пирог, это вот мамина сестра. И потом резать его, и получались вот такие вот печенюхи. То есть внизу тесто песочное, потом варенье любое, потому что варенье раньше делали очень много. И сверху вот такая песочная крошка, и резалось вот точно такое же печенье. Мы очень часто, когда приезжали к ним в гости, то вот такое вот было. Что-то мне захотелось. И обычный хлеб подовый. Тоже резанный уже. А, и сметанка. Сейчас же у нас на обед будет борщик. Будет вот такая вот коровка из кореновки 20%. Так, по чеку. Я не знаю, совпадают ли цены, интересно, в магнитах в разных регионах или нет. Вот так, где здесь итого? А, вот итого. Будем обедать сейчас с Антохой, мы с ним вдвоем дома. Борщ у нас зеленый вчерашний доедаем. Потом еще хочу пловик приготовить со сметаной. Борщ, компот и вот эти вот печеньки открыла. В общем, еду домой, отвезла Антоха на танцы. Танцы, в общем, без 10 час, спрашивает девочка, будут ли сегодня танцы. И Алла Алексеевна отвечает, да, в час. Короче, веселуха. Сейчас быстренько Антоху собрала. И всего 5 человек. Там куча-куча мамочек возмущаются по поводу того, что, в общем, все по-разному поняли. Вчера была в коридоре мало родителей. Алла Алексеевна сказала, как мне показалось, типа того, что я напишу в группу, если занятие будет. Но на самом деле она сказала, что занятие будет, и я напишу в группу, что его не будет. Ну, если его не будет, то я это напишу. Ну, в общем, как-то... Вот так вот. Антоха на танцах. Недоволен. Особенно, когда вот так вот все это резко, он недоволен. Но пошел. Все отлично. Сейчас еду домой и потом поеду его забирать. 1:20 теперь занятия у них длятся по времени. Антоху забрала.
танцев. У нас тут, наверное, что-то будет, какая-то афиша висит в парке. Наверное, какой-то будет концерт. Пошли посмотрим, там он афиша висит возле Дома культуры. Нет, это же Марго выступает. Да, пошли глянем, что там написано. Будем танцевать. Да? Нет, мы не будем. Мы не готовимся к танцам. Вы только упражнения, да? Так, что у нас тут будет? Будет, да, хор «Кубанская песня». Это наш мышастовский хор. Я еще не знаю, во сколько будет. В 16 часов. А ты пойдешь? Я еще не знаю, сынок. Что еще будет? Оркестр. Наши будут выступать. Я приготовила ужин, плов в мультиварке. Обожаю плов готовить именно в мультиварке. В этот раз это куриный. Сегодня я смотрела у кого-то видео на YouTube, и они там тоже готовили куриный плов. И назвали это видео что-то там «Еда бомжа». Но, по-моему, знаете, это даже вкуснее иногда, чем свинюшка. Все, ура, сейчас будем ужинать. Крыли помидорки, будем пить сейчас рассол. И сделала салат. Здесь соевый соус, сметана, помидоры, огурцы, лук и петрушка. Так, отвезла Гришу на карате, заехала, купила сейчас в Пятерочке вот такой вот бальзам АОС. Ну, в общем, моющий, да? 49 рублей. И вот эта вот штука в освежитель воздуха 159. Кто там? Кто там? Кто там? Это я. Девчонки, а вы у что меня тут? Болит. От чего он болит? Ну, ой, боже мой, они такие что? Модные, да? Помогите, занесите это на кухню, поставьте, я сейчас разберусь, ладно? Да. У вас там как дела? Нормально. Вы с Колей? Что там, Коля? Ребенок, этот ребенок ползет уже ко мне. Сам ползет. Ест чупа-чуп. Уже даже ест чупа-чуп. Он от меня не отставал. Да? В моих руках его не отдавала своих там утягов. Да? Смеется его. Смотрите, палец. Ой, мой красавчик. Мы тут с Калином играем. Коля, скажи. Мама. 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 Скажи, мама. Ты мамин или ты папин? Или ты Антошкин? Ползун уже такой прикольный, так ползун. Распечатываем опять раскраски. Скажи его кроссовки. Это наш брат. И это, кстати, моя мама, его крестная. Пахнут вкусно эти детки, да? Колян, ты вкусно пахнешь? Молочком. Одна вон уже пошла с раскраской. Кто это следующий? Антоха? Коль, ты тоже пошел с раскраской? У Зои хорошо получилось. Ты каким цветом, Зой? Вот этим и вот этим. Это, кстати, я его могу поднимать на ручки. Но мама не может на это смотреть. А я могу сейчас поднять, пока мама видит. Да? Не надо. Какой? Да я не поднимаю. Да не надо. Не надо. Он же хомячок, ты же видишь? Да он от тебя уползает. Уползает? Все едут по домам, да? Мы и сейчас я. Карате. Ой, какая любовь. А это что там? Так, все. Пока. А дай мне куртку. Да. Мы пришли в школу забирать Гришу и Серегу, да? Зоя, глядя на забор, говорит, что школа это большая клетка. Я бы даже сказала, большая тюрьма. На 10 лет, да? А где почта? Не знаю. Так, мы уже помылись, ну, вернее, я. Сейчас будем с Антохой читать. Маме никак не покажу танец.
Вообще, тетя Вера сегодня приезжала, что мы об этом не поговорили, да? Ну, ничего страшного. Давай, почитаем потом. Покрым. Чего? Не знаю, не знаю, не знаю. Когда мы уже дочитаем, я не знаю. А про кого ты там читаешь? Кто кем станет. Ну и кто кем станет? Павлик космонавтом, поваром. Кто станет поваром? Не вспомню. Сейчас опять, я знаю, буду читать, да? Нет, нет, нет. Давай продолжаем. Мы с Афонькой слушаем, да, Фоб? Афоня в то время нравится, засыпает. Может заснуть, кстати. Да, мам? Угу. От сказки такой. Да, от сказки кто кем станет, да? И он тогда про этих зайчиков... Или это про это... Или... Малевуки. Да, про зайчиков Афоня тогда заснул, да, Фоб? Всем пока! Пока! А кем станет Антоша? Я? Да, повезло. Я хочу быть полицией. Ага. А я хочу быть экскаватором. Экскаватором? Он будет на экскаваторе, на папиной работе работать. Да что? Всем пока, короче. Короче, всем подписывайтесь пока. На канал Хуторянка. Ставьте лайки, и там внизу есть колокольчик, нажмите на него, и вам будут присылаться новые видео. Ага. Всем пока! Пока! Видео снято! Стоп-кадр.